основатель и тренер компании Business Relations Владимир Герасичев. Добрый день, здравствуйте. Вы знаете, я хотел начать с того, что однажды, какое-то время назад, я участвовал в одном тренинге, который вел француз на английском языке в Голландии. И уже такая комбинация большая. И начал он с одного признания, которое звучало примерно так. Я, говорит, хочу поделиться одним внутренним разговором, одним убеждением. Я считаю, что я недостаточно хорошо знаю английский язык для того, чтобы проводить этот тренинг на английском. Меня тогда это несколько удивило, и потом, какое-то время спустя, я понял, почему он это сделал, потому что, и об этом отчасти говорил мой коллега вчера Арсен Рябуха. Кто-нибудь помнит вчера выступление Арсена Рябухи? Да, это хорошо. Это связано с некой целостностью, в которой мы находимся, потому что очень часто наши внутренние разговоры не соответствуют тому, что вот мы проявляем снаружи. В этой связи я хотел признаться еще кое в чем. Это уже мое признание перед началом. Я думаю, что тот формат, в котором я выступаю сейчас, а это лекционный формат, который ограничен по времени 20 минутами, это не самый эффективный формат образования для взрослых как таковых, потому что мы сейчас занимаемся образованием для взрослых. Я со своей стороны благодарен ребятам за то, что они организовали этот форум и тем более пригласили меня. Просто дело в том, что взрослые люди, они слушают у них есть такая тенденция, они слушают странным образом. Взрослые люди слушают то, что совпадает с тем, как они смотрят на вещи. То есть если выступающий говорит что-то, что совпадает с их взглядами, то выступающий нормальный. Если то, что говорит выступающий, как-то не совпадает с тем, как они смотрят или как вы смотрите на вещи, то они тогда, в общем, вспоминают кого-то другого из выступающих. Или, что я заметил очень характерно здесь, в Сколково, и я, кстати, нигде больше не видел такой аудитории, вы, наверное, тоже на это обратили внимание, все сидят в телефонах и в компьютерах, и время от времени, когда выступающий выходит, они так поднимают голову, смотрят, ну, вроде нормальный, слушают. Потом еще какое-то время проходит, и снова начинают погружаться в свои телефоны. Меня Арсен вчера предупредил, и слава богу, что он это сделал, потому что я выкинул больше половины своей презентации. Буду краток, поделюсь тем, во что я искренне верю, и то, о чем я говорю уже много-много лет. Поделюсь коротко, если будет время на вопросы, надеюсь, что мы и до них тоже дойдем. Мы считаем, что есть три ключевых компонента, которые определяют успешность любого человека, в какой бы области вы ни стремились к успеху. Три ключевых компонента. Первый компонент — это знания. Причем абсолютно неважно, о каких знаниях сейчас идет речь. Я взял очень простой пример, скажем, езда на автомобиле. Для того, чтобы вам, в принципе, сесть за руль, научиться ездить или поехать, вам необходимы определенные знания. Если мы говорим о вашей работе, о вашей профессиональной деятельности, то тем более вам нужны профессиональные знания. И это необходимый минимум. Да, но знаний недостаточно. Нужно, понятно, что нужно знать правила дорожного движения, как переключать передачи, автоматическая коробка, механическая и так далее. Но этого недостаточно для того, чтобы вы поехали. Для того, чтобы ездили, а тем более ездили уверенно, необходимы навыки. Да? Что такое навыки? Это умение делать что-то автоматически, не задумываясь об этом. Те из вас, кто приехал сюда на автомобиле, прекрасно знают, что такое навыки вождения автомобиля. Вряд ли вы сегодня с утра, как вы это делали когда-то, когда вы учились, включали поворотник, потом долго смотрели в зеркало, пропуская всех там, выглядели нелепо, глупо, в конце концов, не вовремя, не своевременно начинали трогаться, потом тормозили и так далее. Навыки есть, вы даже могли сегодня ехать, разговаривать по телефону и так далее, не задумываясь над тем, как вы, собственно, едете. Знания и навыки — это две области, которых нам необходимо, которые важны, но они не настолько важны, как отношения. Для того, чтобы быть по-настоящему успешным в чем-то, вам необходимо отношение к тому, что вы делаете, отношение к компании, если мы говорим о профессионализме, отношение к бренду, с которым вы работаете, отношение к клиентам, отношение к подчиненным, отношение к руководству. И отношения — это очень важный компонент. Да? И весь этот форум, и мы рады этому, потому что тенденция меняется. Когда мы лет 20 назад начали об этом говорить, и тем более начали проводить корпоративные тренинги, говоря об этом, на нас вообще смотрели круглыми глазами, говорили, вы как, вы проводите тренинги не в области профессиональных знаний и навыков, тогда вообще что вы делаете? Да? Сейчас это тренд, сейчас это понятно, сейчас не нужно долго объяснять. Но, тем не менее, я хотел бы остановиться на этом, поговорить немного о
отношениях в компании и как можно больше или ближе связать это с твоей компанией и надеюсь, что это будет полезно. Знания, навыки и отношения. Теперь я бы хотел приравнять слово «отношение» к слову «контекст». Вообще, в принципе, есть два понятия — контент и контекст. Те, кто более-менее знаком с нашей работой, вы знаете, что мы часто используем это слово. Контекст. Давайте немного поговорим о том, в чем отличие контекста от контента. И вообще, что такое контекст и контент. В английском языке эти слова, ну, то, собственно, как и в русском, они очень похожи, но смысл, значение совершенно разное. Контент вашей работы — это, собственно, то, что вы делаете, это содержание. Кто-то занимается банковским делом, кто-то продает автомобили, кто-то занимается сферой обслуживания, кто-то занимается питанием и так далее, и так далее. И контент того, что вы делаете, так же, как и знания и навыки в этой области, важны. И то, что вы делаете, важно. Но то, что стоит за этим, это некий контекст. Контекст очень сложно уловить, контекст очень сложно потрогать. Если вы мысленно перемотаете назад выступления предыдущих спикеров, то так или иначе через какое-то время у вас появлялось какое-то ощущение, да, какая-то эмоциональная сторона, какой-то вот такой вот осадок, что ли, да, или какое-то ощущение, которое вы брали с собой, когда спикер заканчивал говорить. Это как раз контекст. Когда вы входите в хороший ресторан, вы улавливаете контекст, так же, как когда вы входите в плохой ресторан, вы его тоже улавливаете. Кому из вас нравится кофемания? Кто вообще ходит в кофеманию? Можно? Будьте добры, если вы поднимаете руки, поднимите повыше, просто правда плохо видно. Ага. Кому нравится кофемания? Если я понимаю, что я нарываюсь. Ну, очень много рук из тех, кто... Здорово, мне она очень нравится, кофемания. Я с ней не работаю, я не получаю деньги, но я практически на каждом мероприятии говорю об этом заведении, об этом кафе, потому что... На мой взгляд, это уникальный пример того, как контекст, атмосфера, настрой, вот отношение к людям, которые туда приходят, они смогли не только это все создать, но еще и клонировать и открыть там, 20 или уже, наверное, 30 кафе и ресторанов по всей Москве удивительным совершенно образом, сохраняя вот этот контекст и сохраняя вот эту атмосферу. Как они это делают? Я, честно говоря, не знаю, но это очень важный пример. Еще один пример контекста, который в свое время удивил и потряс меня. Понятно, избитый пример с Apple, но я просто мой личный пример, как я в какой-то момент был в одном из магазинов Apple, покупал два гаджета, и продавец, который ко мне подъехал, был в инвалидной коляске. В первый момент, скажу честно, и я с уважением отношусь к людям, которые с такими, с ограниченными возможностями, тем не менее, идут на определенный риск и работают там, где они работают. Я подумал, моя первая мысль была, я подумал, ой, мне не повезло, это будет долго. Да? И к моему огромному удивлению, этот парень, когда я заказал то, что я заказал, попросил его привезти, сделал это раз в два, если не быстрее, чем другие ребята, которые ходили, потому что ездила эта коляска с совершенно невероятной скоростью по этому магазину. И он выруливал и объезжал всех, все улыбались, радостно расступались, поэтому он мне привез то, что я заказал, намного больше. Вот это такие некие элементы контекста, которые можно, вернее, сложно потрогать, но можно ощутить, общаясь с той или иной компанией. Я поговорю об этом чуть-чуть сейчас подробнее, потому что отношения — это не что иное, как контекст, и немного подробнее об этом поговорим. Я хотел бы рассмотреть твою компанию на примере дерева. Сейчас объясню, чем они похожи, твоя компания и дерево. Понятно, что люди сажают дерево или создают компании для того, чтобы получить результаты, для того, чтобы получить плоды, для того, чтобы что-то проросло. То, что прорастает, это верхняя часть, яблоки, плоды, что там у вас в вашей компании должно прорасти. Я разделю дерево на 4 части и поговорю о том, каким образом мы можем влиять на плоды, на результаты через призму контекста, через призму отношений. Верхняя часть, то есть то, что прорастает, это результаты и действия. Здесь несколько примеров, да, того, что можно сейчас назвать результатами и действиями. На левой половине это что-то такое негативное, в правой половине что-то позитивное. Вряд ли бывает однозначно что-то хорошее или что-то плохое. Скорее всего, бывает и то, и другое. Ну, например, выживание. Люди плывут по течению. Сейчас, особенно когда кризис, это часто очень можно слышать, что ну как, вот, как же вот перейти к росту, к развитию, к прорыву, к увеличению. Одно я знаю точно. Глупо поливать
сверху дерева, глупо поливать яблоки или глупо поливать листву для того, чтобы дерево начало расти. Очевидно, что проблема в ветвях, очевидно, что проблема в самом стволе, а главное в корнях этого дерева. Что такое ветви? Ветви — это настрой или эмоциональный настрой, в котором работают ваши сотрудники, с этим настроем они встречают ваших клиентов. Эмоциональный настрой — это то, что преобладает в вашем офисе, когда вы общаетесь друг с другом. Это очень сложно спрятать и скрыть, потому что этот настрой, эмоциональный настрой, он всегда читается. Вы не можете его скрыть при всем желании. Другое дело, что иногда люди закрывают на него глаза, но тем не менее он присутствует. От настроя зависит то, как люди действуют и какие результаты они достигают. Поэтому как минимум важно поработать с настроем, а это элемент, соответственно, контекста, о котором я сейчас говорю. Ну, два примера, ну или несколько примеров здесь, да, что у нас может быть, соответственно, в настрое. Я тут записал: обиды, тяжесть, злость, раздражение, апатия, агрессия, стресс, пессимизм и все, что является производной от слова «страх». У нас есть две основные эмоции у людей — это радость и страх. На левой стороне все, что связано со страхом, все, что связано с каким-то негативом. На правой стороне радость, драйв, вдохновение, уверенность, ну и так далее, легкость. Да? На чем базируется настрой, с которым ваши сотрудники или вы сами выходите работать? На отношении, об этом слове я уже говорил, к отношению, собственно, с одной стороны, из отношений вырастают ветви, с другой стороны уходят вниз корни. Какое отношение может это быть? Обида, упертость в собственной правоте — это, кстати, одна из ключевых вообще форм отношения, упертость в правоте. Если вы посмотрите на то, что происходит в любом офисе, на любом собрании, как правило, приходит начальник, начинает что-то говорить, и если вы посмотрите между строк контекст того, что говорит начальник, начальник всегда говорит одно и то же: «Я прав». Если он прав, соответственно, кто-то не прав. Возвращаясь, кстати, еще к моменту правоты и к результатам и действиям, у нас есть два классических русских вопроса. Все их помнят? Нет? Кто-то говорит «нет». Ну, напомните, что делать и кто виноват. Просто для справки, кто виноват, вопросом не является. Кто виноват — это утверждение о том, что я не виноват, давайте найдем виноватого. Поэтому если вы в следующий раз услышите на работе вопрос «кто виноват?», про себя можете точно понять, что ну, мы и так это знаем, может быть, интуитивно. Да? Что делать? Важный вопрос, но не такой важный, как вот те вещи, о которых я сейчас говорю. Настрой, отношения и заглядываем в корни — это некие стереотипы или внутренние разговоры, или набор внутренних убеждений, в которых мы находимся. Что такое стереотип? В принципе, само слово «стереотип» означает некий такая форма, штамп, который уже когда-то был отлит, это из полиграфии к нам пришло. Стереотип — это то, что однажды отливается, и потом делается много-много копий. Почему наш мозг работает таким образом? Наш мозг работает таким образом, чтобы не принимать решения в каждый отдельно взятый момент. Поэтому мы мыслим стереотипами. И здесь есть хорошие новости и плохие новости. В том, что мы мыслим стереотипами, отчасти Арсен вчера уже об этом говорил, мы живем в определенных рамках, и если мы мыслим стереотипами, то мы не можем попасть в какое-то экстраординарное будущее. И если мы мыслим стереотипами, с другой стороны, нам комфортно и безопасно. И если вы хотите что-то реально изменить, то вот это то, с чего начинаются любые перемены в компании. Да? Во-первых, мы работаем с теми стереотипами или с теми установками, с теми внутренними разговорами, с которыми люди, знаете, не официально встречают вас как руководителя, а вот когда они в курилке сидят, что они на самом деле думают о вас, что они думают о компании, что они думают о бренде и так далее. И сами по себе стереотипы, их очень сложно изменить. Да, в общем-то, их и не нужно менять. Но что крайне важно, и это, пожалуй, вторая важная деталь в моем выступлении. Первое — это то, что мы выделяем контекст и контент. Об этом я еще повторю в конце, закругляясь. Но то, что мы однозначно совершенно могли бы сделать, мы могли бы признать, заметить или честно поговорить о том контексте, настрое и о том отношении, в котором находится компания. И время подходит, к сожалению, к концу, оно быстро почему-то тает, когда смотришь на этот таймер.
3-4 квадрата. Значит, мы взяли два момента. Это содержание, помните, абсциссы и ординаты. Содержание — это знания и навыки. Я объединил знания и навыки в данном случае в одну плоскость. Люди, которые работают в компании, любые люди. Есть люди, у которых низкий уровень знаний и навыка, и есть люди, у которых высокий уровень знаний и навыков. То есть, которые хорошие профессионалы, они знают свою работу, а еще лучше, имеют какой-то опыт. Так же, как есть люди с плохим контекстом, это вот здесь вот все, что написано слева, и с хорошим контекстом то, что написано, соответственно, справа. Да, право — это плюсик, соответственно, минусик. Несложно догадаться, что всех ваших сотрудников или наших сотрудников можно распределить по 4 квадратам. Квадрат номер 1 — это люди, у которых плохой контекст и плохое отношение. Как мы их назовем? Ну, подумайте, люди с плохим контекстом. А, я понял, что мне не надо давать вам пасы, потому что вы не рассчитывали, что я сейчас дам этот пас. Да? Балласт. Какие? Бывшие работники. Ну да, с ними не так много всего можно сделать, можно их уволить. Ой, не в ту сторону нажал. Мы их назвали словом балласт или однозначно низкопроизводительный сотрудник, потому что с ними мало что можно сделать. Лучше всего их быстро выявить и уволить. Следующая категория — это люди, у которых хорошее отношение, хороший контекст, но низкое, соответственно, низкий уровень знаний и навыков. Мы их назвали энтузиаст-любитель, тоже низкопроизводительный сотрудник. Здесь появляется, правда, опция, что с этими людьми можно сделать. Обучить, еще что? Уволить, совершенно верно, это, похоже, любимая ваша фраза. И еще можно найти такую работу, которая соответствует их знаниям и навыкам для того, чтобы они вписались или были ближе к плюсику вот здесь. Вот эта область, это люди, у которых плюсик в знаниях и навыках, то есть они хорошие профессионалы, но у которых не очень хороший контекст. Это самая опасная, на мой взгляд, область. Это люди, которые могли бы работать, но которые не работают, которые не выкладываются, не бегут на 100%. Давайте немножко по ваши варианты, как мы могли бы назвать их, вот этих людей. Кто-то сказал террористы, лентяи, пассажиры, хорошее слово. Давайте по порядку. Они высоко или низкопроизводительные? Высоко? Почему? Низко? Здесь возникает сомнение. С моей точки зрения, они однозначно низко. Профессиональные сотрудники. Я бы их назвал словом террористы. Да, недавно проводил тренинг, сидело два американских профессора в зале. Они сказали, у нас нельзя это слово употреблять, но у нас можно. Саботажники или террористы — это действительно так, потому что это те люди, которые держат, по сути, в заложниках, может быть, вас как руководителя или компанию, каким образом они это делают. Они, знаете, ходят с таким взрывателем в руке и говорят, если что, если вы меня тронете, вот такие-то последствия будут. Поэтому их не трогают, они спокойно работают, делают необходимый минимум. Кстати, это главная причина, по которой они, в принципе, работают, потому что они делают необходимый минимум, их не трогают. Ну и последнее, четвертое, это локомотивы, это высокопроизводительные работники, те, у которых есть и, соответственно, отношения, и контекст. Возникает вопрос. А каким образом, в принципе, вот перейти из одного в другое? И это, наверное, главный месседж, который я хотел бы донести. Это честно признать или начать, во-первых, для того, чтобы, в принципе, что-то изменить, необходим выбор, необходимо такое решение, которое необходимо принять. Я всегда говорю, копать или не копать, то есть работаете ли вы в этой области или нет. И только вы где-то внутри знаете честный ответ, важно для вас это в компании или нет. Мои коллеги до этого уже сделали всю работу за меня, они задавали вам умные вопросы, для чего вы здесь, то ли вы здесь для того, чтобы вынести какие-то мнения, оценки, это вы в любом случае вынесете. Это действительно так. И, может быть, вы вынесете решение начать создавать вот этот новый контекст своей компании, кем бы вы ни работали. И, на мой взгляд, это оптимальное решение или оптимальный вывод, который вы могли бы здесь вывести, отсюда вынести, неважно, кто ты, CEO, неважно, HR, неважно, рядовой сотрудник или кто-то еще, если ты это решение принимаешь, то с чего я предлагаю начать, минута осталась, нормально, это признать честно тот сложившийся контекст, который сейчас присутствует в компании. Вы можете начать это делать хотя бы с одним коллегой, вы можете делать это на собраниях, вы можете делать это с теми людьми, для которых это важно. Почему вот такая логика? Почему именно признать то, что есть, вместо того, чтобы сфокусироваться на том, как надо? То есть каждая компания находится в определенном пункте А. Каждая компания, скорее всего, мечтает попасть или хотела бы попасть в какой-то пункт Б. Все обучение, все образование, как правило, и тренинги, и наши мероприятия сфокусированы на том, как надо.
как надо правильно то, как надо правильно бежать, как надо правильно работать, как надо. И очень редко, когда люди фокусируются на том, как оно есть сейчас, когда они честно признают, что есть сейчас. Суммирую то, что я сказал. В любой работе, в любой компании есть контекст, есть содержание. Содержание — это что делать, как делать, когда делать, кому делать, кто виноват и так далее. Есть контекст. Если вы фокусируетесь на контексте, то первым и ключевым шагом может быть признание того контекста, осознание того контекста, который есть, и договоренность. Эта договоренность делается в виде обещания, в виде декларации, начать создавать что-то новое. Как создавать? Все это знают, по крайней мере, теоретически, личным примером. Создавая договоренности, давая обещания, давая слово, вы держите свое слово и являетесь примером, создавая этот самый новый контекст. То есть не заметать под ковер, договариваться о чем-то новом и создавать новое. Удачи, спасибо большое за внимание. Рома. Спасибо большое. Владимир Герасичев, Business Relations.